Всем привет! С вами мама Чуля. Это будет последнее видео в этом году. Я сегодня хочу с вами попрощаться, поздравить вас с наступающим Новым годом. Следующее видео вы уже увидите в 2019 году. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, взаимопонимания, улыбок, чтобы все ваши желания сбывались, чтобы ваши мечты сбывались. Мечтайте, дерзайте, пробуйте, не бойтесь. Даже какие-то новые начинания, вот видите, я начала и никогда не думала, что я смогу снимать. И хоть я камеры еще чуть-чуть стесняюсь, но со временем я уже более раскрепощаюсь. Итак, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. И маленький подарочек музыкальный я хочу вам преподнести. Хочу спеть вам песню. Я, правда, не пела уже почти 5 лет. Последний раз я пела на своем юбилее в караоке. Я была с молодежью и... Больше после этого я не пела и даже не пыталась петь. Поэтому извините, если буду немножечко фальшивить, но уж простите, по крайней мере, это будет от души. Эта песня была любимая моего мужа, которого давно уже нет в живых. Он очень любил эту песню, он просто плакал, когда я ее пела. Своя дорога, и я не стану на твоем пути. Не спеши, побудь со мной еще немного. Потерять гораздо легче, чем найти. Да я сама себя не понимаю. Не спрашиваю, с кем ты был и где? Я у твоей любви тебя не отнимаю, не строя счастье на чужой беде. Тебя я до порога провожу, слеза застынет капелькой капризной, и на прощание счастья в личной жизни, желаю счастья в личной жизни. Жить нельзя, надеюсь, на счастливый случай. Я все приму, что мне судьбой дано. Вот уходишь ты, и знаешь, это лучше, но с тобою вместе быть не суждено. Я слез при расставании лить не буду, скажу тебе без лишних слов прощай. Живи в любви и знай, тебя я не забуду, и ты меня прошу, не забывай. Тебя я до порога провожу, слеза застынет капелькой капризной, и на прощанье вслед тебе скажу, желаю счастья в личной жизни. Желаю счастья в личной жизни. Желаю счастья в личной жизни. Желаю счастья в личной жизни.